Отже, всім доброго дня. Ми починаємо прес-конференцію представників Харківського обласного військового комісаріату на тему виконання завдань, поставлених Харківському обласному, районним та міським військовим комісаріатам на 2016 рік. Теми, про які говоримо сьогодні, це хід проведення весняної призовної кампанії на строкову військову службу, результати щодо відбору громадян на військову службу за контрактом, соціальний захист демобілізованих військовослужбовців, їх права, пільги та соціальні гарантії. І, звичайно ж, якщо у вас є запитання, ви зможете їх поставити. І тих, хто дивиться трансляцію, нагадаю, що ви можете також запитати спікерів, написавши своє запитання у чаті біля трансляції. Отже, наші спікери сьогодні – полковник Юрій Калгушкін, військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату, підполковник Андрій Семенович, заступник військового комісару по роботі з особовим складом, і підполковник В'ячеслав Джміль, начальник відділу соціального забезпечення Харківського обласного військового комісаріату. Ще раз доброго дня, будь ласка, ближче до мікрофонів говоріть, і вам слово. Добрий день, уважаемые товарищи. Собрались на пресс-конференцию действительно вот осветить те задачи, которые... Это правда не весь перечень задач, которые стоят перед районным и областным военным комиссариатом, но, по крайней мере, на сегодня это одни из основных задач. Но я бы сюда еще добавил территориальная оборона, но это отдельный разговор, отдельная тема. Я думаю, может, в ближайшее время мы соберемся и пригласим членов штаба территориальной обороны, пригласим представителей координационной группы, которая создана при штабе территориальной обороны, непосредственно участников, которые предназначены в подразделения территориальной обороны. То есть это отдельная серьезная тема, которая требует и времени, и других участников, будем говорить. Значит, если говорить о тех вопросах, о которых сказали, то я начну, наверное, все-таки с отбора кандидатов на контрактную службу, потому что это основное направление по комплектованию частей вооруженных сил Украины, частей Национальной гвардии Украины, частей государственной пограничной службы. Почему этот вопрос очень актуален на сегодняшний день? Потому что в ближайшее время будет пятая демобилизация и будет конец августа, сентябрь, шестая демобилизация, и укомплектованность воинских частей, особенно тех, которые входят в боевой состав вооруженных сил Украины и других воинских формирований, процент комплектования будет довольно-таки низкий, а задачи стоят серьезные, и процент укомплектованности воинских частей – это один из основных показателей боеготовности той или другой воинской части. Ну, начнем с, наверное, с первого квартала. Первое плановое задание на первый квартал для Харьковского областного военкомата было 945. Необходимо было отобрать кандидатов для прохождения службы по контракту, и чтобы они подписали эти контракты и проходили службу. Было отобрано и подписано 773 уже военнослужащими по контракту. Контрактов было подписано процент выполнения 82. То есть по первому кварталу мы плановое задание не выполнили. Плановое задание по второму кварталу составляет 820 человек. На сегодняшний день подписали контракт 566 человек, это 70%. Остался один месяц, июнь, и с учетом тех изменений, которые произошли по приему на контракт, я сейчас остановлюсь, с учетом этих изменений, я думаю, что мы в состоянии довыполнить плановое задание по первому кварталу и выполнить на 100% задание по второму кварталу. Кто имеет право проходить службу по контракту? Граждане Украины от 18 до 60 лет, которые годны по состоянию здоровья, прошли профессионально-психологический отбор, проверку уровня физической подготовки и образовательный уровень не ниже неполного среднего, то есть 9 классов и выше. При проведении разъяснительной работы, естественно, мы всегда делаем акцент на то, что
желающие проходить службу по контракту, это добровольный выбор военной профессии, независимо вооруженные силы, Национальная гвардия или Государственная пограничная служба, будут учитываться все индивидуальные качества, будут учитываться гражданские специальности, которые имеют желающие проходить службу по контракту, будут учитываться и уровень физической подготовки, и результаты профессионально-психологического отбора. С учетом этого проводится работа и районными военкоматами, и областным военным комиссариатом. В этой работе организовано взаимодействие с областным, городским и районными центрами занятости, с руководством Харьковской государственной областной администрации, с руководством районных государственных администраций Харьковской области и Харьковским городским советом. До последнего времени, берем до 15-го, до 10 мая, каким образом проходил отбор и отправка кандидатов для прохождения службы по контракту. То есть практически все кандидаты, которые изъявили проходить службу по контракту, которые выбрали воинскую часть, вид вооруженных сил, воинскую часть, будущую свою должность, все отправлялись в учебные центры. Каждый месяц квартала делится на два цикла. Это середина месяца и конец месяца. И с областного военкомата все без исключения кандидаты отправлялись в учебные центры. Буквально две недели назад было принято решение руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Та категория военнообязанных, которые проходили службу, имеют опыт военной службы, не обязательно даже участие в зоне АТО, но участники боевых действий, это в первую очередь, они имеют право проходить службу без подготовки в учебных центрах. То есть вариант такой: военкомат, воинская часть для той категории военнослужащих по контракту, которую выбрали не прямую военно-учетную специальность, по которой они в свое время проходили службу, подготовка уже непосредственно с воинской части, отправка в учебный центр и потом опять же возвращение в эту часть, на эту должность. Это намного упростило работу и районных, и областного военкоматов и облегчило, будем говорить, заключение контракта для прохождения службы те категории граждан Украины, которые выбрали военную профессию, будем говорить, или прохождение службы по контракту. Я приведу примеры такие. Участники боевых действий, которые принимали участие в АТО, они должны были ранее уезжать в учебный центр, проходить подготовку, у которых есть очень большой боевой опыт практически, теоретический опыт есть, да, знания. Это было лишнее звено, которое, для них и не надо было. Поэтому с учетом этого, даже за последние две недели, процент направления непосредственно с военкомата в воинскую часть этой категории военнообязанных, он возрос. Для примера я приведу, отправлено было более 160 кандидатов, из них почти 50% были направлены напрямую в воинские части. На сегодняшний день организовано взаимодействие практически со всеми частями, которые находятся на территории Харькова, Харьковской области. И в эти три дня среди месяца и в конце месяца они прибывают в областной военкомат, происходит изучение, согласование. И в случае, если кандидат, который заявил желание проходить службу, подходит для этой воинской части, они дают письменное соглашение, мы выписываем предписание, и они убывают сразу с областного военкомата непосредственно части, где подписывают контракт, и начинается их служба по контракту. Более качественно, более объемно, может быть, всесторонне во взаимодействии не только с командирами частей, во взаимодействии с государственными структурами, с общественными организациями, мы проведем более качественную работу разъяснительную, тем больше военнослужащих по контракту будет проходить службу в воинских частях Вооруженных сил Украины и силовых структурах, будем говорить так. От этого зависит
следующее, будет ли проводиться седьмая частичная мобилизация. Будет она проводиться или не будет. Поэтому каждое должностное лицо, которое участвует в этой работе, прекрасно это понимает, и мы прекрасно, и вы тоже прекрасно понимаете, комплектовать воинскую часть той категории граждан Украины, которая добровольно выбрала профессию военного, или же это проводить, как призывать на военную службу во время мобилизации, качество комплектования и качество особенно выполнения тех задач, оно разное. Вот опыт проведения 1-6 частичных мобилизаций и выполнения этой категории военнослужащих, я не говорю 100%, показал, что, в общем-то, качество, конечно, ниже намного. Качество ниже – это уже, так сказать, такой вариант, будем говорить, который вынужден будет это проведение мобилизации. Вот, поэтому… Переходя ко второму вопросу, я тоже хотел сказать, на сегодняшний момент и вооруженные силы Украины, и Национальная гвардия, и Государственная пограничная служба комплектуются не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими срочной службы. 31 числа была последняя отправка команд для частей вооруженных сил Украины. Необходимо было по плану отправить 411 призывников, вот 411 было отправлено, но общая цифра, которая была отправлена в мае, 526, это частично части Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Вот 1200 отнять 526, это то количество, которое нам необходимо отправить в июне. Но в июне отправки будут осуществляться только в части Национальной гвардии, части Государственной пограничной службы и Государственная специальная служба транспорта, там у нас плановое задание 19 человек, небольшая команда. Хотелось бы сказать, что требования к призывникам, которые будут комплектовать части других воинских формирований, выше в первую очередь, это по требования по состоянию здоровья, требования по наличию татуировок на открытых участках тела. На открытых участках тела татуировок не должно быть, это по требованию приказа министра обороны 320, именно для подразделений других воинских формирований. Поэтому задача стоит серьезно, вот, потому что, учитывая повышенные требования к этой категории призывников. Во время проведения и призыва, и отправок, особенно в мае месяце, возникли несколько проблем, с которыми сталкиваются военные комиссариаты. Первое – это незнание тех социальных гарантий и призывниками, и их близкими родственниками, которые предусмотрены законодательной базой. Ну, первое, на чем я хотел бы остановиться, это те призывники, которые официально трудоустроены, за ними сохраняется рабочее место и выплачивается средняя заработная плата. Это первое. Второе. Всем призывникам, которые отправляются в воинские части, выплачивается две минимальных зарплаты. На сегодня получается 2900 гривен. Вот это основные моменты. И самое важное, о чем я хочу сказать, что ни один военнослужащий срочной службы принимать участие в боевых действиях не будет за весь период прохождения службы. И находиться в зоне АТО тоже не будет. Это очень важный момент. Все они будут проходить службу исключительно в пунктах постоянной дислокации. Вот, учитывая повышенные требования к призывникам для других воинских формирований, естественно, сейчас и работа районных медицинских комиссий областной, и работа должностных лиц военкомата именно нацелена на самое главное – это качественное комплектование Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Следующий момент. Если военнослужащие срочной службы, которые были отправлены в части Вооруженных сил Украины, проходить службу будут экстерриториально, то есть за пределами Харьковской области, то части Национальной гвардии, кто будет отправлен в части Государственной пограничной службы, они где-то процентов на 50 будут проходить службу территориально. То есть на территории Харьковской области находятся две бригады управления Национальной гвардии, находится Харьковский погранотряд
Поэтому я еще раз говорю, до 50% призывников, которые будут отправляться, будут проходить службу исключительно на территории Харькова и Харьковской области. Это коротко по призыву. Ну, необходимо еще добавить. Вот незнание законодательной базы, оно несколько усложняет проведение, ну, качественное, будем говорить, проведение призыва. Вот буквально на днях мы, опять же, проводя беседы и реагируя на средства массовой информации, проведя беседы, было установлено, что вот на территории сборного пункта находилось два призывника, которые состоят в религиозных организациях. И когда мы начали беседовать с ними, вы знаете, что за два месяца после выхода вступления в силу указа президента нужно подать документы. Сначала представить их в районный военкомат, пройти медицинскую комиссию, и документы о том, что вы состоите в религиозных организациях, должны попасть в комиссию по альтернативной невоенной службе. Вот никто, естественно, об этом не знал. И в результате уже общение с их руководителями этих как религиозных конфессий предоставлены были документы. Правда, одни, на одного призывника фамилия Беда за 2010 год, на второго буквально ну, этим годом документ был предоставлен. И им объяснили, каким образом происходит оформление, прохождение альтернативной невоенной службы той категории граждан, которые состоят в религиозных конфессиях, вероисповедания которых запрещает держать оружие, тем более его применять. Вот я надеюсь, что они именно поступят как положено, и, может быть, даже успеют на этом призыве оформить необходимые документы и приступить к прохождению альтернативной службы, не военной. По первым двум вопросам у меня так коротко все. Коротко все. Единственное, что я еще хотел бы сказать, вторая проблема, первая – это незнание законодательной базы, вторая проблема, она, будем говорить, более существенная, это невыполнение призывниками правил воинского учета. Вот я приведу такие цифры. Более 7 тысяч призывников было оповещено, были отправлены повестки, звонили по домашним телефонам, приносили повестки на работу, на там, где они проходят обучение. Вот, но это касается, если проходит обучение той категории, которая потеряла право на срочку, призывники, студенты. Так вот, из более 7 тысяч явилось только 3080 призывников. Явилось в районные военкоматы по месту воинского учета. Вот на сегодня около 200 призывников, студентов потеряли право на отсрочку, но продолжают учебу в высших учебных заведениях. Вот, мы взаимодействуем с военно-учетными столами высших учебных заведений. Данные на ту категорию, которая потеряла право на отсрочку, они предоставляют в районные военкоматы, но пока на сегодняшний момент так активно не идут студенты, которые потеряли право на отсрочку, в районные военкоматы. Поэтому военкоматы вынуждены приходить на место учебы, искать, устанавливать место жительства, место учебы, место нахождения этой категории призывников. И еще раз напоминать им, что они уже минимум нарушили правила воинского учета. А я хочу тоже до всех довести, согласно статье 38 Закона Украины про военную службу, воинскую обязанность и военную службу, в 7-дневный срок все призывники, у которых поменялось учетные данные, место работы, образовательный уровень, место жительства, семейное положение, должны в 7-дневный срок прибыть в военкомат и представить документы о изменении учетных данных. Второй момент. Все призывники, независимо от того, получили они или не получили повестки, должны прибыть в 10-дневный срок после опубликования вступления в силу указа президента о проведении очередных призывов прибыть в районные военкоматы по месту воинского учета. К сожалению, нарушение происходит и по одной статье, и по второй статье закона Украины. Спасибо. У меня все. Андрій Семенович, пожалуйста. Доброго дня. Я в своєму коротенькому виступі хотів би затримати ще два питання, яким займається військовий комісаріат. Крім тих важливих завдань, про що говорив полковник Калугушкін.
Одним із головних завдань є це робота, соціальний захист військовослужбовців, які звільнилися, учасників АТО, робота членами сімей. В якості такої інформації, значить, станом на сьогоднішній день в нас рахується за, я повторюю, за Міністерство оборони України 95 загиблих. Це порядка десь 57 дітей, членів сімей загиблих, і 260 членів сімей. З цією категорією проводиться робота. Робота проводиться в плані якому? Це спільна робота військового комісаріату, соціальних служб, волонтерських організацій, благодійницьких організацій. Буквально сьогодні ми подали дані. І робота з військовослужбовцями, які звільнилися з лав Збройних сил і потребують як медичної, так і психологічної реабілітації. Нам допомагає дуже в цьому центр допомоги учасникам АТО, який функціонує з 5 листопада 2015 року. Тобто теж коротенькі такі маленькі циферки. Значить, станом з 5 листопада відвідали центр допомоги учасників АТО 323 чоловіка. Із них 125 чоловік звернулись безпосередньо, за що я вдячний Харківському центру соціальних служб, особисто Олені Олексіївні Хватинець і фахівцю, це Світлані Павловні Перевозник, які займаються прийомом військовослужбовців, які проходять службу в АТО, і обласному центру зайнятості, які весь час надають допомогу. Так ось, Світлана Павловна прийняла 125 чоловік, із них 55 чоловік, проблеми були вирішені повністю, 10 чоловік було надано путівки для оздоровлення в Київську область, і 5 чоловік ми переконали і вирішили питання для проведення медичних операцій. Також буквально сьогодні за допомогою волонтерських організацій ми подали список на 8 військовослужбовців, які найближчим часом протягом червня місяця будуть проходити оздоровлення в країнах Прибалтики. Також ми працюємо по членам сімей, але знову ж таки, користуючись нагодою, звертаємося до членів сімей, чоловіків, яких загинули під час проведення антитерористичної операції. Останнім часом досить багато поступає нам, ну не багато, але в принципі є така можливість оздоровити, провести реабілітацію, відпочинок за кордоном. І тому, користуючись нагодою, якщо є можливість, все ж таки потрібен закордонний паспорт, щоб ця проблема була трошки швидше вирішена. Ось це один напрямок роботи наш по роботі з членами сімей загиблих і з військовослужбовцями, які звільнилися з лав Збройних сил України. І інший напрямок роботи – це робота нашої комісії Харківського обласного військового комісаріату по наданню статусу учасника бойових дій. Ну, я думаю, що присутні тут, напевне, що не чули жодної скарги, яка б звучала про те, що ми вчасно нікому не надали статус учасника бойових дій. Фактично, за роботи, час роботи існування нашої комісії ми надали майже 500 чоловік статус учасника бойових дій. В принципі, є дуже важкі ситуації, в якому відношенні. Якщо військовій частині не надали статус учасника бойових дій, ми надаємо статус. Але для цього повинен комплект документів був. Звертаються до нас добровольці, які проходили службу з 2014 року, які тоді не думали про документи, які потрібні їм. І зараз, на даний момент, вони не можуть надати всі необхідні документи. Враховуючи цю ситуацію, ми вже виходимо із такої вже і свідків, і нотаріально завірені, і вже фотографії, і грамоти, які привозили люди з, під час проведення антитерористичної операції. Ну, фактично, ми надали статус учасника бойових дій двом військовослужбовцям Айдару, які теж фактично мали мінімум документів, але згідно наказу міністра оборони 200-го, ми знайшли моменти, щоб надати їм статус учасника бойових дій. Тому, в принципі, ця робота триває, вона наполеглива. Ну, буквально на минулому тижні ми 52 чоловікам надали статус учасника бойових дій. І знову ж таки звернення до вас, якщо ви будете чути інформацію про те, що десь ми неправильно поступаємо, чи десь якісь є в нас недоліки, то, пожалуйста, звертайтеся до нас. У нас є телефон, я думаю... Я доведу телефон гарячої лінії, обов'язково. І то прохання одне, щоб ми співпрацювали, інформація йшла до нас, щоб ми приймали рішення і вже цю інформацію доводили до вас на таких от прес-конференціях. Дякую. І, будь ласка, В'ячеслав Джміль. Ну, я хотел бы дополнить Андрея Леонидовича по поводу установления статуса, в том числе и военнослужащим, которые проходили службу в добровольческих батальонах. Военная комиссия военного комиссариата по установлению статуса рассматривает вопросы только военнослужащих, которые проходили службу в Министерстве обороны.
Многие добровольческие подразделения, части вошли в состав Национальной гвардии. Поэтому данной категории людей надо будет обращаться в Национальную гвардию. Мы рассматриваем только вопросы согласно постановлению 302 и устанавливаем статус и выдаем удостоверение только военнослужащим Министерства обороны. Что же касается социального обеспечения, Юрий Леонидович уже говорил, что военнослужащим внесли изменения в прошлом году, и военнослужащим срочной службы, которые призываются в период мобилизации или на особый период, военнослужащим, которые призываются на срочную службу, также сохраняется рабочее место, если они были ранее трудоустроены, и выплачивается средняя зарплата. Это же касается и призванных на особый период по контракту, на контракт. Также из числа пенсионеров, которые получают пенсию военную и призываются на особый период, пенсия на этот период, и заключают контракты на особый период, пенсия на этот период не прекращается. Особо хотел бы обратить внимание, что военнослужащие, которые были призваны в первую, четвертую очередь мобилизации и которые сейчас демобилизированы, вот, скажем так, за этот год мы, во-первых, пересчитали пенсии военнослужащим, у кого она шла в большую степень, это около 100 человек, досчитали им выслугу. Досчитали им пенсионный фонд, там уже досчитано, включенный в состав пенсии и надбавки, которые за статус участника боевых действий. Многие военнослужащие, которые уволились без права на пенсию в период массового сокращения вооруженных сил, это начало 2000-х годов, они, прослужив год, получили право на пенсию по смешанному стажу с учетом трудового стажа. Таких тоже около 30-40 человек. Вот уже оформленная пенсия, где-то 30 человек, и на оформление еще около 10 человек. Хотелось бы отметить, что с января увеличена выплата денежного довольствия, и военнослужащие, которые призываются на воинскую службу сейчас по контракту, рядовой состав получает денежное довольствие. Ну, прежде всего, он, конечно, денежное довольствие зависит и от выслуги уже, которые имеют военнослужащие, ну и от занимаемой должности. Но рядовой состав получает 7-8 тысяч, некоторые до 8,5 тысяч, у кого уже служили и большая выслуга. Сержанты получают где-то в районе 8-9,5 тысячи. Младший офицерский состав 9-10 тысяч, ну, на уровне уже командира роты это 10-11 тысяч. То есть с этого года значительно увеличено денежное довольствие. И за службу в зоне АТО это отдельно уже выплачивается непосредственно военнослужащим. За время нахождения в зоне АТО это отдельные выплаты. При заключении контракта военнослужащим рядового состава выплачивается единоразово 11-600 тысяч, сержантского состава 13-50 и офицерами 14,5 тысяч. Время прохождения службы включается всем категориям военнослужащих в трудовой страховой стаж. Ну и что касается страховых выплат. Военнослужащим, которые получили ранения, травмы, данной категории военнослужащим выплачиваются компенсационные выплаты, которые зависят от утраты трудоспособности в процентном соотношении, исходя из 70 прожитковых минимумов, что на сегодня составляет больше 100 тысяч уже гривен. Значит, в случае получения ранения
контузии и получения инвалидности вследствие ранения контузии, военнослужащим назначается и пенсия по инвалидности, а также выплачивается единоразовая денежная помощь. Денежная помощь данной категории выплачивается в зависимости также от группы инвалидности от 150 до 250 прожиточных минимумов. Что же касается выплат по ранению или смерти за членов семьи погибших военнослужащих. За два года примерно выплачено около 80 Харьковским военкоматом, около 80 миллионов. Это 70 человек получило одноразовую помощь членов семьи. Несмотря на то, что у нас погибло 95, многие члены семьи оформляли в других областях. Поэтому через Харьковский облвоенкомат было оформлено где-то около 70 человек и выплачена данная сумма. А также приблизительно 50 человек получило выплаты за инвалидность. Около 80 человек получили выплаты в случае потери трудоспособности, процента трудоспособности, и те военнослужащие, которые демобилизированы. Потому что военнослужащие, если он проходит службу, они получают непосредственно в воинской части выплаты. Хотелось бы отметить, что в областной военный комиссариат обратилось только в этом году за 5 месяцев больше тысячи человек, как устно, так и письменно, которым надано по вопросам социального обеспечения, которым наданы или ответы, или выданы льготные документы, или надано разъяснение, что необходимо и как решить данные проблемы у человека. Оформлены пенсии, в том числе погибшим, членов семьи погибших, инвалидам. Документы отправлены в пенсионный фонд, выплачиваются. В принципе, все. Спасибо. И, пожалуйста, коллеги, если есть вопросы, поднимайте руку, я подойду. Да, пожалуйста. Обласне радіо, Олена Скубрєва. Юрій Леонідович, ви сказали, що не приходячи по повісткам до військкомату на встановлення на облік, дві статті порушуються. Що це за статті, які покарання, які за ці статті передбачені? І ви сказали, що в червні ще буде відправлення. Це строковики будуть відправляти? Конечно. Це подовжили ще термін, да? Зараз. Значить, так условно, весенний призыв, хотя он не весенний, призыв май-июнь, весенне-летний. Значит, у нас получается, что в мае мы 43% отправили от планового задания, согласно, опять же, плана отправок команд. Вот. А в июне еще 57% мы отправлять будем, но исключительно для частей Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и одна команда Государственная служба специального транспорта. Это еще 56% от планового задания. Значит, какие статьи нарушаются? Первая статья – это неприбытие в военкомат после вступления указа в силу указа президента в 10-дневный срок. Это нарушение. Одно нарушение. И статья 38, о чем я говорил, что в 7-дневный срок после изменения учетных данных призывники обязаны прибыть в районный военкомат по месту воинского учета. В отношении этой категории наступает административная ответственность. Согласно кодекса про административного кодекса, та категория призывников, а они у нас есть, которые прошли медицинскую комиссию, прошли профессионально-психологический отбор и прибыли на сборный пункт для отправки войска, вот, и если они самовольно оставили территорию, будем говорить, воинской части, потому что сборный пункт – это территория воинской части, в отношении этой категории, они уже билеты военные получили, наступает уже уголовная ответственность. Вот на сегодня у нас два призывника
самовольно оставили территорию воинской части. Сейчас готовятся документы, и я думаю, они будут переданы в военную прокуратуру для внесения в ЕРДР возбуждения уголовного дела. Я хотел бы добавить коллег, что с января 2016 года работает громадская премиальная министра обороны, куда тоже обращаются граждане, жители Харькова, Харьковской области по многим вопросам. В первую очередь, это социального характера. Хотел бы обратиться ко всем журналистам, кто нас слушает или кто будет читать интервью. На сегодняшний момент есть два телефона горячей линии. Первый 712-08-77, второй 712-49-60 по всем вопросам, в первую очередь связанным не с правомерными действиями должностных лиц, военных комиссариатов. Второй вопрос по остальным всем проблемным вопросам, которые возникают не только даже по тем вопросам, которые сегодня поднимаются, но и по другим вопросам. По другим вопросам, пожалуйста, звонить на эти телефоны горячей линии. Юрий Леонидович, скажите, пожалуйста, по итогам призыва на срочную службу, вот за то время, которое прошло, сколько было составлено админпротоколов за неявку по повесткам, сколько дел вы передали в прокуратуру для принудительного привода, единственного законного метода доставить человека в военкомат, и сколько исков вы подали в суд? Значит, вот на сегодняшний момент где-то в районе 500, ну точно не могу сказать сейчас, потому что это такой процесс постоянно, цифра увеличивается, в районе 500 документов оформлено для административного наказания, для того, чтобы можно было определить местонахождение и провести розыск и принудительный привод, где-то порядка 400-450 сейчас оформлено уже документов и передано. Вот, хотелось бы сказать, что есть понимание и взаимодействие с национальной полицией, но на сегодняшний момент взаимодействие связано в первую очередь только по одному. Это определение местонахождения призывников, которые нарушают воинский учет. Вот, доставка их – это уже вопрос или определение, нарушил он или не нарушил, состоит на воинском учете или не состоит, это осуществляется исключительно работниками или должностными лицами военкоматов. Национальная полиция, в первую очередь участковая, именно оказывает помощь в определении местонахождения призывников. Но раз сотрудник военкомата без приписа прокуратуры не имеет права доставить. Безусловно. Что происходило всю прошлую неделю в Харькове? Прошлую неделю, более фотографии, конкретно. Фотографии, видео. Конкретные фамилии, люди, которых принудительно, без их согласия, доставляли на областной сборный пункт. Доставляли на областной сборный пункт для определения, есть ли состав нарушения или нет состава нарушения. Потому что эта категория, к сожалению, я сказал, их более 4000, да, где-то так, которые не являются. Которые не для являются. Этого должна быть... Корешки штрафов, админштрафов. Есть ли эти корешки? Корешков этих нет. Корешков этих нет. Поэтому я и обращаюсь еще раз ко всем. Я очень прошу всех призывников прибыть в районные военкоматы. Очень прошу. Но я приведу такую статистику. 30% признаются негодными по состоянию здоровья или предоставляется отсрочка на лечение. Процентов 40, а если не больше, предоставляется отсрочка по разным обстоятельствам для продолжения профессиональной деятельности, для учебы и по семейным обстоятельствам. Вот я хотел бы привести пример с одним призывником. Да? Вот фамилия его, вот Киселев Богдан Романович, который, находясь на сборном пункте, сказал, что он негоден по состоянию здоровья. Он дополнительно прошел вчера специально, занимались и позавчера тоже, прошел медицинскую комиссию, признан годным. Потом лично я с ним разговаривал, он говорит, у меня есть право на отсрочку по семейным обстоятельствам. Когда разобрались, право на отсрочку он не имеет. Он говорит, я единственный кормилец, но, к сожалению, право на отсрочку он не имеет. Я говорю, а вы знаете, что если он официально трудоустроен, зарплата, правда, минимальная 540,
1540 гривен, что если вас призовут, то родители, мама у него с папой сейчас, папа разводится, второй отец, вот, что семья будет получать это, он не знал. Потом говорит, а я состою в религиозной организации. Я говорю, ну хорошо, тогда предоставьте документы с религиозной организацией. Ну где-то часа через 3-4 все-таки руководители харизматичной христиан, религиозная конфессия, которая входит в состав 10, согласно постановлению Кабинета министров. И вот мне очень бы хотелось, чтобы он, и у нас еще есть беда, Сергей Павлович, который тоже вчера в результате опроса, бесед было выяснено и предоставлены документы, что он все-таки является и состоит в религиозной организации, чтобы они все-таки проходили альтернативную невоенную службу. Альтернативную невоенную. Поэтому я еще раз, вот с чего я начинал, я и хочу остановиться. Незнание законодательной базы со стороны призывников, оно приводит к тому, что военкоматы вынуждены посещать учебное заведение, подходить, уточнять, а уточнить на месте нельзя, это только в районном военкомате или на областном сборном пункте, где есть база данных. Вот, уточнять, кто это. Имеет он право на отсрочку, не имеет, есть фактор нарушения воинского учета или нет. Я думаю, это, я еще раз не специально, специально ждал телефоны горячей линии, так называемые, по всем фактам, которые есть и которые, ну, и были в средствах массовой информации. Я попрошу звонить на эти телефоны. Многие знают мой телефон, аналогично. Если есть нарушения, а я уже просматриваю, есть нарушения должностными лицами отдельных военных комиссариатов, те должностные лица будут привлечены к ответственности. Но попрошу взаимодействовать с нами, чтобы в дальнейшем не было таких нарушений, чтобы, ну, в конечном итоге мы совместно с вами, с общественными организациями пришли к результату. Результат один – качественно укомплектовать и вооруженные силы Украины, и Национальную гвардию, и Государственную пограничную службу. Вот наша задача, потому что это практически те военнослужащие, которые защищают независимость, свободу и целостность Украины. У журналистов мы переговорили, есть встречное предложение. Для того, чтобы вы правильно сказали, что, допустим, по контрактной службе, что основное – это мотивация. При этом вы сказали, что 3080 призывников на срочную службу не явились. Как я понимаю, ни один из них не был признан негодным по моральным качествам. Отсюда у журналистов есть предложение. Для того, чтобы военкоматы не занимались отловом и наполнением армии немотивированными людьми ради выполнения плана, который спускает Генштаб, журналисты готовы принимать участие в работе районных призывных комиссий. Готовы ходить с сотрудниками военкоматов на вручение повесток, тем самым не допуская нарушений со стороны действий сотрудников военкоматов и рассказывая о реакции общества и показывая как положительные примеры, так и отрицательные. Но давайте вместе общими усилиями прекратим беззаконие. Я поддерживаю. Андрей Леонидович, это у нас как раз то должностное лицо, которое в первую очередь отвечает за работу с общественностью и так далее, всегда на месте. Я тоже практически, ну, бывает на разные совещания, уезжаю, телефон, могу дать свой телефон. Мы его знаем. Все. В том, что, пожалуйста. 24 часа в сутки, когда кто-то из ваших сотрудников что-то нарушает, товарищи, это тоже неправильно. Давайте мы сделаем так. Вот буквально завтра в 12 часов будет служебное совещание с районными комиссарами Харькова и Харьковской области. Значит, я попрошу, чтобы кто-то подъехал, мы разработаем механизм, да, или схемы, там, или варианты работы, совместной работы. Я буду очень благодарен, если вы будете участвовать в этой работе, особенно разъяснительной работе. Вот, пожалуйста, я приглашаю до завтра. Касарская, 56, областной военкомат. Лариса Говина, новости АТН. Юрий Леонидович, скажите еще, пожалуйста, есть ли приказ уже о демобилизации шестой волны? Я так понимаю, она уже вот в июле грядет. И хватает ли вообще контрактников? Насколько вот укомплектовано? Есть ли кем менять тех, кто все-таки уже должен возвращаться? Указа президента о шестой демобилизации на сегодняшний момент нет.
Это, я еще раз ориентировочно говорю, это будет август месяц, может быть, сентябрь. То есть указа о 6-й демобилизации нет. Значит, то количество военнослужащих по контракту, которые отбирают военкоматы всех уровней всей Украины, на сегодняшний момент недостаточно для того, чтобы заменить то количество, которое будет демобилизовано не только с вооруженных сил, но и с других воинских формирований. Вот я приведу пример. Вот отличительная особенность этого призыва по сравнению с тем же 2015 годом. Государственная пограничная служба, вот они приняли решение, обратились в Министерство обороны, чтобы их комплектовали военнослужащими срочной службы. Это говорит о том, что, во-первых, задачи более серьезные стали перед ними, и, во-вторых, укомплектованность их подразделений и частей недостаточна. И поэтому те военнослужащие, которые принимают участие в зоне АТО и выполняют задачи, вот, их кто-то должен заменить здесь в пунктах постоянной дислокации воинских частей. Поэтому они пошли на этот шаг. Это я имею в виду Государственная пограничная служба. Национальная гвардия Украины, вооруженные силы, они как комплектовались. Одно из направлений комплектования военнослужащими по срочной службе, так они продолжают комплектоваться. То есть, я еще раз говорю, Генеральный штаб проводя анализ и вот присутствуя на служебных совещаниях, в каждой области есть свои проблемы, да. В Закарпатье одни проблемы, в Ровно другие проблемы, в Одесской области еще следующие проблемы, специфика. Но на сегодняшний момент, значит, ну не все области, не все областные военкоматы выполняют плановое задание по отбору на контракт. Я так скажу, поезд. То есть вот на сегодня заменить то количество, которое планируется демобилизовать военнослужащих, недостаточно. Даже с учетом военнослужащих срочной службы. Военнослужащие, которые были призваны на военную службу по мобилизации, процент их оставления на контракт, тут даже контракт у них своеобразный контракт, да, ну такой маленький на 6 месяцев. Вот кто имеет три вида контракта, я бы сказал. Я остановлюсь еще, чтобы понятно было. Первый – это обычный контракт. Рядовой состав 3 года, сержанты, старшины 5 лет. Это обычный контракт. Второй контракт, который подразумевает подписание контракта до окончания особого периода или демобилизации. Это следующий контракт. Вот. Но учитывая ситуацию, которая у нас в стране, он может быть больше 5 лет. И третий контракт, так называемый краткосрочный, на 6 месяцев, кто его имеет право подписывать? Военнослужащие срочной службы, которые служили 11 месяцев, военнослужащие, которые призваны по мобилизации, тоже служили 11 месяцев, или военно обязанные, которые были демобилизованы во время 4 или 5, уже будем говорить, демобилизации на 6 месяцев. Всего на 6 месяцев. Но после 6 месяцев эта категория военнослужащих имеет право расторгнуть контракт или подписать дальше контракт. Для этой же категории предусмотрена единовременная денежная выплата в размере от 11 до 12 тысяч. Но, к сожалению, разные причины есть. Те военнослужащие, которые были призваны по мобилизации, процент подписания этого даже краткострокового или краткосрочного контракта, он очень низкий. Это связано, возможно, одна из причин. И это, но основная причина – это в большинстве своем военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, они морально, физически устали, они не видели свои семьи. Так, и вот уже опять же, проводя на нашем примере, на нашем первый, второй квартал, да, проходит месяц, два, три, они возвращаются на гражданку по большому счету, думают, отдыхают, общаются, и в конечном итоге, ну, довольно-таки большой процент уже желающих дальше подписать контракт. Ну, преимущество в своих воинских частях, где они проходили службу. Я думаю, что это какая-то такая общая, может быть, усталость, в первую очередь, моральная, духовная, ну и физическая тоже. Вот находясь 8 месяцев в зоне АТО, а если это передняя линия, линия соприкосновения, ну, довольно-таки сложно. Вот мы сейчас, общаясь, я приведу два примера.
людей, которых мы знаем. Это Александр Мамалуй, да, который, прослужив, был призван по мобилизации, один из первых пришел, прослужил снайпером, будем говорить, ну, командиром отделения в 93-й отдельной механизированной бригады. Он демобилизовался и буквально через какой-то промежуток времени призвался в государственную пограничную службу. Второй, его коллега с 92-й бригады, не помню фамилию, тоже снайпер, великолепный человек, патриот, гражданин Украины. Вот мы с ним общаемся на таких общих мероприятиях. Я у него задаю вопрос, а желание есть пойти на контракт? Он говорит, пока нет желания. Пока желания нет, у него трое детей, говорит, хочу побыть с семьей. Ну, может быть, оно появится. Вот два, но я считаю, таких ярких личностей Харькова и Харьковской области. Ну, один подписал контракт, другой пока думает. Поэтому тут, почему не подписывают контракт даже на 6 месяцев, ну, анализировать надо. Но я считаю, что одна из основных причин – это все-таки вот продолжительное нахождение в условиях боевых действий в зоне АТО. Возможно, другие причины. Можно уточнение? Среди тех, кто подписал контракт за весь период, какой процент тех, кто не служил? Значит, процент составляет где-то в районе 60% которые не служили, и процентов 40, которые проходили службу, и от общего количества процентов 10 – это участники боевых действий, ну, непосредственно участники АТО. Если мы говорим, кто имеет право проходить, то на сегодняшний момент практически вот для женщин, а их меньше не становится, желающих проходить службу, то, я скажу, в воинских частях практически, ну, очень мало осталось должностей, на которых они могут проходить службу. Вот. То есть женщины как-то среагировали быстро, вот, и воинские части укомплектовались. Юрий Леонидович, скажите, будь ласка, з року в рік от, набор як добровольців, так і страховики, патріотичне виховання збільшується, патріотів у нас більше стає? От я скажу, Харківська область, она, учитывая особенно 2014 год, ну, мы были, наверное, в лидерах именно по всей Украине. Я почему говорю 2014 год? Ну, показатели, большой процент, даже во время проведения первой, второй, третьей мобилизации, это 2014 год, а четвертая уже началась с начала 2015 года, процент добровольцев был, ну, один из самых высоких в Украине, по Харьковской области. 2015 год был какой-то определенный спад, но я не связываю это в первую очередь с повышением денежного содержания в два с половиной раза, но я связываю это в первую очередь с патриотизмом и с гражданской позицией Харькова, жителей Харькова и Харьковской области. Сейчас вот опять пошел подъем тех, кто хочет проходить службу по контракту. И вот общаясь, есть категория, конечно, будем говорить, небольшой процент, вот, но в большинстве своем они практически два раза в месяц, кандидаты на контрактную службу, отправка идет с Кацарской 56, с областного военкомата. Общаясь с ребятами, особенно с теми, которые служили, ну, мне приятно, что я живу в Харькове, Харьковской области, и такие жители Харькова, Харьковской области. Mm-hmm. Ну, срочная служба здесь, вы знаете, тут несколько сложнее, хотя, учитывая, что никто из них не будет находиться в зоне АТО, не будет принимать участие в боевых действиях, вот тут ситуация несколько хуже, потому что процент неявки без уважительных причин, он не падает. Вот по сравнению с тем же, с 2015 годом, не падает. Вот. Ну, возможно, здесь те изменения, которые произошли в законодательной базе, сроки прохождения службы увеличились. Во-первых, подлежит отправке призывники в возрасте от 20 до 27 лет. Во-вторых, срок службы срочной для категории призывников, которые не имеют полного высшего образования, полтора года, а которые имеют полное высшее образование год. То есть на полгода сроки службы были в прошлом году увеличены. Спасибо. Спасибо большое всем. И мы ждем вас снова, когда будут какие-то новые данные. Спасибо.